Всем приветики! Привет-привет! Смотрите, снова свои единорожки. Кто помнит, я ее показывала. Я ее купила, тут даже еще этот остался ценник. Что там, какая цена? 1099. Вот как-то вот это вот произнести очень сложно. Но, кстати, я смотрела на Вальберисе. Такой вот костюмчик стоит где-то около... Около 900 рублей, я не помню, то ли 800 с чем-то, то ли 900 с чем-то, то есть гораздо дешевле, но там нитки вот видны вот на всяких таких вот швах, то есть вот как-то так, короче. Блин, мне так понравился этот костюм, но он мне чуть-чуть маловат немножко. Но сегодня у нас с вами не об этом. Сегодня мы с вами снова куда-то пойдем. Вот, мама еще не позвонила, значит, еще Дима у них пока что отдыхает. Вот, каждый день я надеюсь уже увидеть своего ребенка вечером, но они пока не звонят, думаю, ладно, ему там хорошо, у него там, может быть, за это время пройдет температура, вот у меня на это есть надежда, что он там прям поздоровеет, там они его должны отпаивать морковным соком с молоком, он очень помогает, это ваши там комментарии, вот, потому что я помню, ребенком была маленькая, меня тоже отпаивали морковным соком, вот, я как-то побыстрее выздоровела. Вот. Мама мне не отдала морковь, не доверила, видимо. Вот. И оставила себе, надеюсь, что они его отпаивают. Хотя ему не очень понравилась эта морковка с молочком. Вот. Но, может быть, понравится. Так. Да. А сегодня мы с вами тоже пойдем куда-то гулять. И через секундочку вы уже узнаете, куда, зачем и что. Но я очень надеюсь, что вчера наша прогулка вам, да, понравилась. Вот, очень на это надеюсь. Сегодня у нас тоже солнышко. Видите, тоже небо голубое. Солнышко. Ура! Пойдемте гулять вместе со мной. Я вас беру вместе с собой. Блин, что-то я вообще заболталась. Видимо, сонная вместе с вами, с тобой, тобой, мной, короче, там все. Короче, пойдемте, сейчас все увидите. Там остались ранее. А вот там это новое. Новую? Ну, в смысле, колокольную строить. Ты здоровайся. Колокольную. Здоровайся, говорю. Колокольню строят новую. Да, ну это я видела. Я видела. Ну что ты? Что? Да это я не уже... я, это вот, вот. Там. Я уж ожидаю. Ожидаешь? Камер. Надо было с первого раза снимать. Хоть бы на камеру повернулся бы. Давай еще я разок. Замёрз. Давай еще разок. Не-не, иди, иди. Ну иди, что ты шарахаешься-то, я не пойму. Давай, что от себя ожидать? Ну что ты никак? Ну, ну давай, давай. Ну давай, что ли, быстрее. Нет, что-то не. Ну давай. Не хочу. Ну, что ты? Я пойду в гудок кушать. Бигтейси. Бигтейси. Смотри, ты, какая красота. А ты прыгай здесь дальше. Какая красота, смотри. Да. Какое дерево пушистое. Главное, смотри, у них там вон желтые листочки лежат, а здесь вот снег. Здесь тоже как классно. Я помню, Дима еще маленький был, мы гуляли с коляской. Ну да. Там-то больно нам негде было погулять. Ой, это не я, это вон, сзади. Сзади это. Да не-не, говорю, сзади это. Ага, дурак. А? Не-не, я молчу, я ничего не говорю. А чё? Дурак какой-то. Такие дни стали короткие, уже он вышел. Ага. И
или судебный департамент. И вот тут мы с вами оказались. Не спотыкнись, смотри. Пум. Спотыкнешься, да? Маску даже одел. И что ж ты купил тут? Сейчас здесь вот вырежу, бери маску. Какой-то в том ролике, да, с китаянкой? Видел ролик, как она вырезала там? Мой маленький. Твой побольше. Давай побольше. Э? С чего начнемся? Я начну с трубочки. А ты начнешь с чего? Ну, черт его знает. Ну, давай Биг Мак начну. Че? Картошечку. Давай с картошки начну. Так, соус один на двоих у нас? Ну, я чуть-чуть только возьму. Возьми салфетку. Важно. Давай с картошки начну. Это кто? Виктеся, сыр другой у них поменялся, сыр какой. Выглядит как это, как искусственный. Хорошенько протирай каждый пальчик. Ногти у тебя прям длинные, как у женщины. Тебе только покрасить остался. И все. Вешай, вешай. Ты даже рот вытер. Давай, давай, давай. О! О! Как культурные люди. Что-то надо было еще ее разрезать на 4 части. А, тебе тоже надо. Сейчас я тебя позаписываю и тоже ладно, сяду. Что, все? Покушали. Покушали. Вот это, кстати, было очень вкусное. Сейчас Женька пойдет еще. О, а ты не пойму, откуда взялся? Коричневая. Коричневая? Просила, да. А белый довезли вчера. А что, белая дороже оказалась, чем коричневая? Просто там на экране высветилось коричневая. О, ба, что такая маленькая? Думал, там большая. А сколько стоило? Стоит 135. 135? Вау, я думал, там большая. Я тоже думала, большая. Ну ладно, ешь, ну. На вид-то она там отсюда вот даже большая смотрится, да? На вид, ложка, да, кстати. А там что-то... Вон она. Вон она, да. Ну ладно, ешь. Вон она большая прям. Дай. А, ты думала, это такую, как на картинке принесут? Конечно. Да я тоже думал. А тут она такая малюсенькая. Такой коробочки ну, маленькой. Ну, кушай, давай, может, на вкусную. Холодная зато она, кстати. Десерт. Ешь, давай. До 2050 года она. Или чуть такое. Или нет. Это упаковка красивая. И как это называется? Шоколадный мусс. Шоколадный мусс? Мусс. Ложка, кстати, зато хорошая. Нет, ложку заберешь. Да. Тебе отдам, будешь сахар класть ею. А то ты ко мне вечно в сахарницу залазишь грязными ложками. Но потом в сахарнице там мусор всякий лежит. Чем ты там пачкаешь все время. Че ты? Как будто глухой. А? Коза. Коза. Кози, 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 кози. Кози, кози. Кози, 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 кози. А ты говори, бяша. Да ну тебя, ехал. А? Кози, 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 кози. Ну сколько наели. А? Да. Женька аж съел целых 3 гамбургера. Ролл. Ты пока ешь, я сейчас еще захочу. Спрайт. Картошку фри. Если начнешь, я пойду себе еще 2 гамбургера. Эй, там еще моя 1000 у тебя в кошельке лежит, если что. Вот я ее съел. Нет, не ешь мою 1000. Это моя 1000. Лежит у тебя в кошельке. И кушать ее не надо.
коза. Ведет, ведет, смотрите. Ну что ты не бежишь-то? А? Че не бежишь-то? Единорожка. Бежишь, пойдешь за твором. Единорожка. Ой, я пошла за тапочками. Ну что ты не бежишь? Мне не дают уйти там. Я хотел погулять. Тапочки были, единорожки. В магазине твое. Они жесткие. Подошва очень жесткая. Там прошли. Вот, я хотела подошвы. Мне не понравилось, но я хотела купить. Надо в Альберсе посмотреть. Если у них такая же подошва, тогда я не буду, наверное, брать их. А Женька мне не дает. Я убегаю, а он не дает мне идти. Пойдем. Мягкий кинотеатр. Вон там, смотри, тоже есть кинотеатр. Надо узнать. Ну, куда это? Ну, не знаю. Вот наш космопорт. Где удобно? Неудобно. Неудобно. А, вот тут, где меня с камеры поймали в этом магазине. Вот не пойду туда больше. Хочешь, давай сюда. Ну, надо узнать. Я на 17. Ну, все равно, куда хочешь. А там шапки. Я завтра выйду где-то от второго часа. Так, так, смотри, приедешь, потом все увидишь. А сколько? В втором часу? Ну, как обычно. Что так поздно? Надо сначала просто... Квадратная кольцевая лампа. Покушать? Ну, я завтра поем, то я завтра не буду. Кого? Обычно кукурузу могу себе купить. Тина, пойдешь к тебе? Бамс. Ядро кукурузу куплю. Что-то стоп-то нету. Не шандарахнулся. Я посмеялась. Подписчики. Мы все вместе посмеялись бы над тобой. У тебя карта ленты с собой? Я да, не знаю. Приехали. Нет, не забирал. Нет, не забирал. Вот игру. А, продукты вам. Наверное. Крымская площадь. С
сходили мы в Макдональдс и покушали. Картошечку фри иногда можно. И пришли сюда. Как красиво. Ну иди рядышком. О, тут уже на санках по травке покатались. Походили уже по травке. Красиво. Смотри, как на камере красиво. Да. Смотри. Смотри. Как красиво там. Дурак. Ты почему такой дурак? Чего ты дурак? Ты всегда такой дурак, да? А где здесь, помнишь, города были? А, вон они. А, тут не видно. Я... А, видно чуть-чуть. Феодосия. Ты где живешь? Феодосия. Кербеч. А, нет, Керчь, Керчь. Жень, ты где живешь? Я Феодосия, а ты? Я имею в виду Жанкой и Евпатория. Евпатория? Посередине. Это этот, что ли, поет-то, как его багаж, песня? Как его, господи, группа-то Евпатория? Забыла я. Какие колонны красивые. Мы с вами приходили сюда, кстати, летом этим и в прошлом году. И все скакали, скакали, дети. Я толком не засняла. Машины, машины. А вот, кстати, вот в этом месте когда-то был дом стоял. Там перекресток, что ли? Или Пятерочка? Стоял большой дом с большим садом. Красивым. Это, кстати, влоги есть года где-то 17-18 года. Может, сюда там прокрутить. Я снимала зимой здесь. Крымская площадь. Стоял дом заброшенный. У него большой красивый сад. И сад такой брошенный, такой дикий сад. У него тоже такая красота была. Все снесли и сделали вот красоту. Ну, хотя бы красоту сделали. Это вот, кстати, суд. Какой-то 7-й, что ли, по счету. Не помню. Вот, а когда-то здесь трамвайная линия проходит, когда-то здесь были обычные дома, одноэтажки. Ну, такие как дачные. Мама рассказывала, она как-то проезжала тут на трамвае. Это было давно-давно, лет 30 назад, наверное. 40, может быть. А сейчас вот ее сделали, красивая какая, смотрите. Тут, кстати, фонтаны. Вот тут вот, вот это вот все проходит, тут фонтаны. Еще где-то вроде был, не помню. Мне больше всего вот это вот нравится. Издалека она смотрится просто великолепно. Машины, машины. Все едут, едут. Как там огоньки горят красиво.
А тут какое дерево. Через камеру смотрится просто великолепно. Такая красота. Ну сейчас. И тогда мы с вами дома. Смотрите, какой я еще один купила себе за 1099. Тоже единорожка, другой немножечко, смотрите. Он такой более полосатый, не знаю, мне немножко нравится. Немножко да, немножко нет. Мордашечка здесь тоже такая же. Вот здесь уже, кстати, размер. Тот был у меня М-ка, а это Л-ка. Это уже я в этом чувствую себя уже более комфортно. Но также, кстати, там еще продавался XL. Это еще больше. Вот, но там мне расцветка не понравилась. Какой-то он такой был не очень. А это мне прям понравилось. Он такой, какой-то такой, знаете, сонный. В нем реально хочется лечь спать. Мне прям спать охота в нем. Так он, короче, классный. Мне так нравится. Вот этот вот прям хорошо. Потому что в том я ходила, у меня... Особенно где-нибудь сядешь, и все. У меня вот загиналось, как бы вот эта вот штучка подворачивалась кверху, и все. И уже так неприятно становится, как будто бы мерзнешь. А в этом прям вообще классно. Вот, кстати, мы были в магазине твоем. Да, сегодня мы гуляли с Женькой. Не нравится мне этот фон. Так, как-нибудь вот так я встану. Гуляли с Женькой, мы заходили в магазин «Твое», там тоже вот такие же вот продавались, но более хорошего качества, хорошо сшитые, они такие монотонные были. Тоже единорожка там нежно-розовенькая такая, наверное, как вот тут у меня вот оттенок, ну, только побелее еще немножко. Вот, еще там какие-то, они уже стоили 2500, но я думаю, их уже можно стирать, может быть, в машинке даже. А вот эти, мне кажется, наверное, только в машинке нельзя стирать, ну, я так думаю. Мне кажется, их только вот аккуратненько, потому что тут все-таки такая ткань, видите, она такая мягенькая, уже классная. Вот. При росте 165, как раз размер L-ка, прям вот идеальный. Пойдемте смотреть, что я купила. Сегодня я вообще купила совсем немножечко, а совсем-совсем чуть-чуть. Пойдемте посмотрим. И ура, я дома, наконец-то я дома, мы с Женей доехали. И давайте вам покажу, что же мы купили. В ленте наконец-то я нашла вот эти печеньки. Они были раньше в Перекрестке, сейчас их нет в Перекрестке. А в ленте они есть, забрали последние 5 штук. Димочка очень их любит, и у них состав, знаете, более-менее нормальный. Вот он состав. На них, по-моему, даже был... обзор. Ну, более-менее нормальный состав такой это. И Димочке они нравятся. Со злаками, с черникой. Так, купила в ленте такую штучку. Это мы сейчас с вами будем ужинать. И потом после ужина я планирую ее открыть. Посмотреть, что там у нас такое внутри. Очень хотелось мне, если честно, найти какую-то единорожку. Меня, похоже, на них уже начинает тянуть. Так, также я купила... Ой. Мясо. Это вот такие ребрышки. Такие вот. Да, там. Две, что ли? А, там чуть-чуть такое мясо. Ну, короче, вот так вот. Косточка, косточка, вот косточка. Тут чуть-чуть мясо. Не знаю, я люблю такие. Вот, не знаю, что я с ней буду делать пока еще. Может быть, наверное, потушить нужно с картошечкой. Я уже давно, честно говоря, не покупала. Раньше когда-то их даже... мясоруб разрезал на такие вот маленькие квадратики, то есть косточка, мясо, так, один квадратик, второй, третий. И в мясном отделе их прям вот друг за дружкой вот так вот выкладывали. Это я купила в своем любимом мясном отделе. У них каждый день свежее мясо. То есть не как у всех лежит там месяцами, оно потом краснеет, такое обсохшее становится, а у них нет. Оно каждый, у них просто скупается моментально. Вот, и вот тут вот это говядина, и тут тоже говядина. Вот, купила. По-моему, та говядина, не помню уже. Вот это точно говядина. Вот тут прям вот обрезы кости даже вылез. Косточка и мясо. Я знаю, что, по-моему, вот эта часть, она очень мягенькая. Ее я хочу просто сварить, хочу говяжий бульончик, суп говяжий, хочу такое, что-то прям говядина мне захотелось. Вот.
Также купила, конечно, свои любимые пироженки. Вот такие вот. С масляным кремом. Красивенький, как я люблю. Мама меня любит с белковым кремом, а я, наоборот, с масляным кремом. Стоит одна штучка 41 рубль у нас. Когда-то еще недавно 38, 30 она стоила, 28, уже 41. Не знаю, что будет в следующем году. Будет так дорожать. Сейчас 41, а через пару лет 70, да? Потом 100, 150 за штучку, да? Вообще кошмар. Ой, вот. Такие. Сегодня у меня мало покупок. А, еще купила вот такой вот чесночный, сливочно-чесночный соус в ленте. Он около 50 рублей стоил. Тут даже... А, даже вот тут видно что-то. Чесночок, наверное, кусочки видны. Вот. И, в принципе, все. А, я еще купила... Ладно. А, нет, подождите, я вам показывала уже? Я уже вам показывала. Я вам единорожку вот же купила. Сейчас мы с вами будем кушать, и вы еще меня увидите. Сегодня мы с вами будем кушать вот такие вот сардельки. Открывать сейчас будем. Попробуем, какие они на вкус. Будет такой маленький обзорчик. Плюс вот эту коробочку мы с вами откроем. И я хочу вместе с сардельками попробовать вот этот соус. Это брусничный соус. Ну, для мяса подходит. Он красненького цвета. Тоже будем сейчас пробовать сардельки. Я думала, что у меня тут сосиски, оказывается, сардельки. Сейчас я их быстренько отварю, наложу и включу камеру. Мы будем с вами их пробовать. Давайте их пока откроем. Я всегда сардельки открываю, их всегда сначала мою, а потом кладу уже в кастрюльку. Напишите в комментариях, как делаете вы, моете их или нет. Они так ароматно пахнут. Кстати, называются сардельки для самых близких. Охлажденные. Так, состав. Так, состав, состав. Ну, тут, если вы увидите его, нажмите стоп, посмотрите. Сейчас я посмотрю. Там что-то большое. Короче, состав. 444 грамма. Ну, короче, как-то так. Обычно я люблю, если покупаю сардельки, то обычные они называются или необычные, а или домашние они что ли называются. Они продаются в Перекрестке за 100 грамм 50 рублей. Сейчас там сделали. Раньше 150 просто было написано, а сейчас вот там если 400 грамм, это получается 200 рублей. Они более похожи на натуральные, более, ну прям вообще они просто обалденно вкусные. Вот. Сейчас будем пробовать с вами эти сардельки. Пока я их сварю.